Она к вам придет и скажет, что-то я не вижу эффекта. Вот что-то она не видит эффекта, если вы ей только нити сделаете. Да, конечно, не видит эффекта. Предъявлять она вам будет, она будет недовольна результатом. То есть мы ей говорим, давай мы с тобой запланируем на 4 месяца, на полгода. Мы будем корректировать твое лицо, сделаем ботулинотерапию. Ведь ботулинотерапия прекрасно поднимает овал лица. Прекрасно. Мы тебе сделаем волюметрическую коррекцию. Заполним там, где пусто. Поднимем твое лицо, чтобы ты уже была свеженькой и отдохнувшей. Уберем вот этот уставший взгляд. И вот тогда, спустя какое-то время, мы тебе поставим нити. Она скажет, да нет, у меня через месяц юбилей. У меня только месяц на подготовку. Мне не надо потом, мне вот через месяц юбилей, мне сейчас надо. В таких случаях я советую, что сделать. Вот кто в чате, напишите, что мы в таких случаях советуем. Мы отказываем таким пациентам, потому что за месяц она не увидит вот такого эффекта, как на картинке слева. Ну, особых изменений не произойдет. Ничего какого-то глобального мы и не сделаем. За месяц мы можем сделать шикарный курс массажа. Мы можем сделать химический пилинг. Мы можем пару раз сделать мезотерапию или биоревитализацию. То есть чуть-чуть освежить ее лицо. И на месяц курс хорошего массажа. Да, она к юбилею будет выглядеть хорошо. Но после юбилея она должна к нам будет прийти. И мы уже все запланированные процедуры сделаем. Тут вопрос упирается не только в деньги. То есть, конечно, если у нее есть, ну, скажем, 100-150 тысяч, она, в общем-то, может к нам прийти, и мы за один раз ей все сделаем. Почему бы нет? Можно. Но дело в том, что вот лицо поднимается хорошо, только тогда, когда проходит время. Вот мы сделали волюметрическую коррекцию, заполнили лицо филлером, подняли его. Должно пройти, ну, хотя бы пару месяцев для того, чтобы филлер начал реализовывать свой потенциал, начал действовать. Поэтому, когда мы готовим пациента к нитям, мы должны ему сказать, что, ну, раньше, чем через 4 месяца, мы тебе нити не поставим. Давай подготовимся. У тебя тогда будет шикарный результат, как после операции. И хватит этого результата года на 3. Вот так мы должны сказать.